В Москве прошла генеральная репетиция парада в честь 71-й годовщины Победы. В ней приняли участие 10 тысяч военнослужащих. Сначала по Красной площади промаршировали пешие колонны, затем по брусчатке проехали более 130 единиц техники, в том числе самоходные гаубицы М-100С, зенитные ракетные комплексы «Бук-М2», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», стратегические ракетные комплексы «Ярс». Последним этапом стал пролет авиации. Более 70 самолетов и вертолетов. Завершили программу штурмовики Су-25 с дымовыми дорожками цветов российского флага. Военный оркестр покинул Красную площадь под звуки марша «Прощание славянки». Тем, что, значит, сегодня покажут. Потому что годны еще за то, что частицы труда, вот чем здесь или что здесь пройдет по площади, по Красной площади, это частицы нашего труда оружейников. С того возраста, как я себя помню, смотрю парад по телевизору и, конечно, видеть это воочию, это невероятные чувства. Невозможно передать гордость за страну. Конечно же, ну, патриотический, знаете, патриотизм, он во мне просто горит.